Это, конечно, тупо было, но посмотрим, сможет ли, нет. Да, Хилл ее спасает, и она это делает. Но там уж все, там уже без шансов, Кинг ее точно оприходует. Всем здорово, друзья, с вами Тима, и сегодня мы будем играть на девяточке и проверять миксец такой, как Гибарч. Когда вы у меня спрашиваете, каким ты миксом фармишь на девяточке, я вам вечно отвечаю, луки плюс варвары, либо гиганты плюс колдуны, или же гоблинский нож, можно в конце концов лавашом поиграть. Но разработчики у нас знают такой микс, как Гибарч, и они вечно делают события с этим миксом, и при этом сейчас дают аж 150 гемов. Поэтому мы сегодня будем с вами играть таким миксом и заодно проверим этот микс на девяточке в мастере. Король у меня проснулся, и сегодня мы будем атаковать полноценным составом. Будем с вами атаковать вот таким миксом: 75 варваров, 75 лучниц и 14 гигантов. Но первую атаку мы проведем с вами без баночек. Потом, если мне что-то будет не нравиться, мы с вами будем менять миксец. Вторую атаку проведем уже с баночками, просто хилы. Ну и после второй атаки уже будет видно, там добавить бомберов или же убрать гигантов, или добавить, я не знаю. В общем, будем с вами экспериментировать, играя таким миксом. Сейчас, наверное, кто-то задумался, а как ты будешь атаковать без баночек? Так вот, смысл этого микса в том, то, что он распространяется только на заброшки, и как бы нормальную базу вы не заберете таким миксом, но мы постараемся сейчас забрать ресы с вот этого челика, хотя бы половину. Я понимаю, что войска у меня явно не для ТХ-11, но это заброшка как-никак, и со сборщиков мы должны хотя бы половинку там украсть. Блин, не туда тыкнул. Ну, бывает, бывает, да. Так, я разбросал лучниц, я не знаю, насколько это правильно, но пока они вроде как помогают. Тут давайте одного варвара закинем, я думаю, этого хватит. Вот то, что, блин, а зря я зашел отсюда. Давайте как-то вот так шариков скинем и зафризим, наверное, блин, даже не знаю, что зафризить. Вот так давайте зафризим, хопа! Зафризили мы с вами ПВшку, но это не поможет, можно сказать, потому что фриз действует очень мало времени. Так, а что тут, мортира стрельнула? Ну ладно, как бы у нас есть еще и лучницы. С этой части сплэш-урон... А, мортира есть. Блин, везде есть сплэш-урон. База такая тоже продуманная против заброшенных баз, скажем так. Но мы уже, кстати, нормально так с вами забрали. Дарк бы еще чуть-чуть подобрать. Было бы вообще великолепно. Для такого микса дешманского, тем более пока идет акция, это реально зашибительно. Так, а вот тут мы зря, похоже, шариками заходили куда-то, что-то. Ну, знаете, минус этого микса то, что мы даже звезду не берем с вами. Это самое главное... проблема этого микса. Так, разбросаем как-то вот так вот варваров, чтобы они у нас танковали, и закинем лучниц уже вот сюда, пускай они у нас забирают Дарченский. Ну все, варвары танкуют, лучницы втихаря работают у нас и забирают Дарченский. Ну, почти. Одна лучница остается, и что, будем завершать? Ну вот, минус этого микса то, что одну звезду мы с вами не взяли. Но, заметьте, если бы это была заброшенная ТХ-9, мы бы одну звезду по-любому бы взяли. Но фарм все равно радует. А... охренеть. Теперь же попробуем тем же самым миксом, но уже с хилами. Правда, для чего мне 4 хила, я не знаю. У нас всего 14 гигов, какао у меня дракончики мне кинули. И куда их скидывать, эти хилы, без понятия. Ну, в общем, найден вот такой челик. Это заброшенная база, но с ресурсами в хранилищах. И откуда заходить, я не знаю. Наверное, с верхней части как-то вот так, что ли. В общем, вообще не знаю, что творить, что делать. Закидываем героев. Ну и, наверное, сразу же накидываем хил, потому что гиги у нас такие, они загибаются очень быстро. Ну и, как вы видите, без бомберов они никто, поэтому в следующем миксе я уже заготовил бомберов, поэтому ги варлук вообще что-то не тащит. Нужны дополнительные войска, чтобы этот микс тащил. Так, и я взял поэтому бомберов. Так, что там еще взял? Гигов побольше сделал. Ну, в общем, увидите уже в следующей атаке. Так, дракончиков я запущу, наверное, как-то вот отсюда во что ли. Еще один хил давайте закинем, наверное. Да, давайте хил закинем, прожмем Кинга. Ну и тут можно накидать, давайте варваров чуть-чуть. Потом лучниц позади. Ну все, со сборщиком мы разберемся. Кстати, дракончики топовые, что ли, в какая, чуть не пойму. Но они что-то какие-то, это, сильно зеленые. И с голубыми крылышками. В общем, я их сильно не различаю, потому что я ими толком и не играю. Так, королевку мы вражескую убили. И тут у нас осталось еще немножечко ресурсов. Давайте их соберем... лучницами и варварами. Гиганты у нас, конечно, еще живут, но... ладно, давайте последний хил. Или я зря это сделал? Короче, я захилил Кинга еще чуть-чуть. Офигеть, вот это я даю. Ну, правда, смысла, как говорю, от этого ноль. Так, где еще ресурсы остались? Я что-то понять не могу. Ну да, в тех же самых этих хранилищах. Давайте тогда вот с этой части попробуем забрать с хранилища. Я понимаю, что там мортира, но гигант танковал. Да, танковал до этого. Ладно, будем рассчитывать на то, что лучницы у нас молодцы и будут забирать ресы, которые там у нас есть.
Отлично. Большую пачку лучниц он не тронул. Ну, мортира не тронула. И поэтому лучницы забрали почти со всего хранилища. Итого мы фарманули с вами непутево. Этот микс реально тащит, если бы сюда еще бомберов добавить, было бы вообще зашибись. Вот так вот будет у меня выглядеть микс, но правда, тут он, можно сказать, и не нужен, потому что основные ресурсы тут у нас в сборщиках. Ну, есть, конечно, еще в хранилищах, но мы до туда явно не доберемся, поэтому что есть, то и накидываю. На почистку я даже не знаю, лучниц что ли использовать чутка. Ну, давайте подкинем. Так, бомберы пошли. На заход сразу же юзаем с вами хил. Ну и пока у нас идет вроде все нормально, но не знаю, нормально это не нормально вообще. Так, ладно, давайте накинем, наверное, еще двух бомберов, правда, они вообще не туда идут, ну я понял. И толку от них ноль, тем более один подох, или нет, взорвал, кстати, взорвал. Так, давайте накинем, наверное, хил, прожмем кинга. В КК у меня, кстати, в КК ведьмы, а давайте их вот сюда с угла закинем. С этой части уже можно заходить варварами. И самое главное, что могу я вам сказать, то что этот микс подходит только на заброшенные базы, где можно своровать со сборщиков. Не стоит нападать на фуловые базы, где нет сборщиков, там, допустим, ресурсов в сборщиках. Потому что смысла от этого не будет. Этот микс там не тащит. Но в заброшенных базах этот микс, ну, довольно неплох, я бы сказал даже так. Ресурсы мы легко забираем. Но есть те же самые гоблины, это альтернатива забирать со сборщиков ресурсы. И мне кажется, что они смотреться будут намного круче, чем те же самые луки и варвары. Но если гоблины не вкачаны, то этот миксец будет идеален для вас. И кстати, луков варваров хоть как нужно качать, а то есть такие люди, которые думают, вот типа качать не нужно, зачем, если я играю гоблинами. На самом деле, лучницы и варвары нужны для чего? Вот вы прожимаете героев, королеву, короля, что там вылупляются? Блин, вылупляются, звучит-то как. Появляются. Правильно, лучницы и варвары. А если они будут дохлые, то польза от них ноль. А так, там под хилом, под рейджем, они какую-никакую, но пользу принесут. Поэтому качать нужно все. Так, я закидываю лучниц, вроде тут сплэш урона нету, только арбалет. И может быть что-нибудь мы с вами там и своруем. Ну да, своруем, и того эликсир только оставляем, и то не так уж и много. Хотелось бы, конечно, все забрать, но, как понимаете, это невозможно. Ладно, завершаем и того. Не, отлично. Реально, микс годный. Тем более, он варится очень быстро. Интересно, за час буста мне удастся зафулить хранилище? Я сейчас нашел отличный фармец. Если такой фарм будет, то, надеюсь, я зафулю за 40 минут хранилище. Мне пришлось чутка злить кубки, чтобы фарм искался лучше. Каждую атаку я показывать не буду. Буду показывать, если я там нашел какой-то фармец, или же просто была интересная атака. Последняя атака, и мне прилетит 150 гемчиков. Я недолго отходил, поэтому мне пришлось бустить второй раз, чтобы допроходить это событие. Мне осталось там 4 атаки, ну в общем уже одна атака остается, поэтому я сейчас еще раз забустил, у меня там еще 40 минут буста что ли, ну в общем нафармил за этот буст я так нормально. Ну и второй буст тоже мне чутка помог, ну правда не сильно. Так, прожимаем кинга, что-то он рано у нас загибается, ай блин, гребаный арбалет, ты что тут забыл вообще, я не понял. Так, давайте хил закинем один, тут у нас варвары, гиганты, ну правда варваров уже нету, ну да ладно, будем считать, что они были. В ККшарики. Но пока скидывать я даже не знаю, откуда их. Ну давайте как-то, блин, не знаю. Вот так что ли их закинем. Сюда также хил. Самое главное сейчас хил не жалеть, чтобы взять одну звездочку. А то что-то у нас по процентам пока не очень дела творятся. И прожатие королевы есть еще. Так, тут ресурсы, ладно, мы заберем. Также ПВшку, кстати, тоже заберем, да? А если мы забираем... А, там еще одна ПВшка. Да, ПВшки очень рядом стоят, поэтому... Я думал, мы сейчас шариками очень много дева снесем, но нет, так у нас не выйдет. Ну да, звездочку мы тут без проблем с вами сносим, и это уже отлично. То есть мы хоть как проходим события. Так, сюда также, но нужно забрать еще дарк. Кстати, дарка на этой базе, блин. А вот королева наша, конечно, ушла вообще не туда, куда нужно. Ладно, у нас есть лучницы, тогда ими попробуем забрать. Но зато, кстати, королева, может быть, поможет нам сверху. Короче, я знаю... Я знаю, что у нас королева нифига не думает, поэтому я-то думал, она пойдет вверх, но нет. Она среагировала на, все же на этот сборщик и пошла вниз. Так, скоро уже нужно прожимать ее, и, наверное, прямо сейчас, и ТХ мы, наверное, с вами не заберем. Или заберем, сможет, интересно, осилить или нет? Это, конечно, тупо было, но посмотрим, сможет ли, нет? Да, хил ее спасает, и она это делает. А еще башня лучница берет, что ли? Да ну нафиг.
Ну там уж все, там уже без шансов, Кинг ее точно оприходует, да? Да, все, он ее забирает, но все равно королевка так нормально у нас забрала. И итог у нас вот такой. Не, фарм реально хороший, правда я кубки очень сильно спустил. 2300 кубчей, фарм попадался, а вот 2600, 2500 вообще беда. Так, 450 опыта и 150 гемчиков, отлично. Скоро у меня уже будут просыпаться строители, а я в это время уже и нафармил ресурсы. Больше фармить не буду, просто времени нету. Ну и какой мой отзыв о миксе Гепардж? Микс, конечно, хороший, но вместо гигантов я бы лучше взял бы еще лучниц и варваров и брал бы больше процента, потому что по кругу, если раскидать вот так луков и варваров, можно взять такой же процент. Но иногда гиги нужны, чтобы пройти в центр с героями там. Если в КК колдуны есть, то гиганты очень сильно помогают. Поэтому есть место быть этому миксу, довольно-таки он годный. Ну а на сегодня с вами прощаюсь, всем удачки, всем пока!